там, вот вверх так вот. Крепче, где хватит. Раз, пожалуйста. Погода начинает портиться. Много, да, намыли. Они туда вот начали очень сильно в этом году расширяться. Надо вон туда новую карту, такое нет. В том году вот от этого практически не было отрыто ничего. Ну сейчас выйдем. Вот так вот чуть-чуть вокруг. В принципе, можно. Ты хочешь объехать кучу? Или прям время пройти? Лучше объехать, не надо. Забираться времени нет уже. Нет, забираться нет. Я имею в виду, с той стороны, справа. Варианта два. Первый вариант за кучей ехать через дачу, через забор название. И выходить на асфальт, который... Ага, можно проехать напрямик? А можно проехать напрямик к мосту по дороге, где песок возят, по другой дороге. А можно проехать по пожарной канаве через лес? И там проезжаем, а поехали. Там проезжаем, офигенно проезжаем. Мы, короче, уходим в тот угол, а там решим. Да, нам нужно, короче, вот туда, где поворот дороги. Ломали совсем? Не свались только. Летом нормально мы с него прыгали. Сейчас уже все. Нет, его сломали пополам.
Да, он был еще вот такой же щит. И все прыгали. А вода ушла. Воды было больше, намного больше. Там чемодан какой-то валяется. С деньгами. Нравится тут? Здесь? Прикольно, нет? Ну, что-то построили прикольное, новое, впереди. Какую-то башню, сотовые связи. Впереди, вот не было. Я когда последний раз ездил, ее только начинали собирать. Да. Да. Месяц назад ее только начинали собирать. Смотреть на человека, который там сидит, как будто плывет. Тогда даже пусть попали в квартиру. Очень обмелело. Да, на полметра ушло за вот последний месяц. Да, вообще они ее используют? Да, по идее. Они же куча намывают, но они все равно, она же обратно просачивается. Видимо, просто столько мало осадков. Это стоит огромная-огромная труба. И эта труба вместе с водой вымывает песок. Одна. Ну да. Можно так сказать. То есть это из трубы. Мы сейчас увидим. Дальше. Возможно. О, вон труба. Если там сейчас идет намывание. Вот они, трубы сами, которые опускаются на дно. Да, плавает баржа, к ней прикреплена труба. Ну или какая-то гибкая труба, насадка. А эти трубы выходят, и с них идет песок с водой. Просто труба по дну. Но, видимо, есть какая-то, да, штуковина, которая намывает. Песок с водой, жижа. А потом баржечек приплывает? Нет, нет, нет. Эта труба идет на берег. И под большим давлением оттуда льется все это дело. Вот сейчас ты увидишь, вон там впереди. Оп. Вот они, видишь, вот эти штуки. И они соединяются по-хитрому. Вот эти трубы, вот эта баржа, вот она, видишь? И вот эти сзади бочки, это понтоны, по ним эта труба лежит. А вот эта драга спереди, видимо, сама. И вот та вот конструкция, это то, что должно получиться в итоге. Ой, вон, видишь, песок брызжет? Песок с водой. Потом... Да, а потом эти кучи экскаватором отгружают. А вода? Ну, конечно. В том году вот этого ничего не было. В том году вот так вот было. То есть вот этот вот весь затон, это в этом году разрыв. То есть вот это вот, то, что вот сейчас перед нами, этого еще месяц назад не было. За месяц. Вот это вот она и есть. То есть это так издалека сюда качают
То есть вот это вот, то, что сейчас мы видим, это основание того, что будет вот мимо большой кучи проехать, ее намоют. Такую огромную кучу намоют, там, в зиме, например. То есть оттуда, вот из той дырки течет песок, и вот он сюда стекает. Погоди, а как, куда он не попадает? Никуда он не попадает. Но, а, ты имеешь в виду, куда вставляешь? Они... Нет, нет, вот, вот эта труба, из нее просто течет песок с водой. Ну, а откуда здесь? Вот отсюда, вот, видишь, и труба лежит. Потом туда вставили, и она не, даже не под давлением, а просто сама выставляется. Вот, потому что на холе вот полосы. Ну, как бы, да, вот она, видишь, вот драга. Вот идет труба, вот по тому берегу труба. Угу. Вокруг этой кучи и выходит вот сюда вот. А-а-а. Видишь, сверху вход, снизу выход. То есть она вот такая длинная, не пушка. Да. Оттуда она только вылезает. Огромная мощность. А-а-а. Используется. И по краям экскаватором делают бортики. Нет, там у них, где кушают. Кушают они там. Ну как, шалаш. Давай за шлагбаум выйдем. Здесь вот у них классно сделано пиратский флаг и кресло-качели самодельные. Нет, мы можем так пройти. Нам все равно. Там даже не одна труба, там их вон несколько лежит. И из них все течет. Там сейчас дальше то же самое все будет. Мы сейчас поедем через такой же лес насквозь. Там по обеим сторонам от канала будет именно вот такой же лес. Сколько угодно. Здесь просто, мне кажется, все-таки очень много техники работает, здесь грязновато. Вот это вот намыли меньше, чем за месяц. Когда я последний раз здесь был, то фигню только собирали. Еще, то есть еще только вырубали вот здесь деревья, собирали тут конструкцию. Да. Здесь буквально очень быстро. Здесь есть две канавы, старые и новые. Мы поедем по новой, она прям параллельно в 10 метрах идет. Просто старая уже заросла. Я про.